И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, водочка, гусенек, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. 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 У нас сегодня очень классная рубрика, потому что будем смотреть на очень классные и необычные постройки Гаррис Мод. Если тебе не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первая постройка у нас Epic Missile Launcher. Мощь, да, согласись? Приделать. Да. Ты хочешь приделать туда что-то? Да, можно стул приделать. О, давайте, переделывайте, пацаны, сейчас будет, ребята, еще лучшее. Ребята, ну что, запускаем гусенька в космос. Давайте, пишите в комментариях, гусенек-космонавт. Посмотрим, сколько понравилась эта часть ролика всем. Первый гусь полетел на Луну. Ой-ой-ой! Тихо-тихо, да, тихо, ракета. Да, блин. Ну нормально получилось, смотри, как красиво. Осколок полетело в ногу. Мне нравится вот эта постройка, она очень крутая. Она старенькая, но она очень красивая. Знаете, что с ней можно сделать? Отойдите все, отойди. Красота! Офигеть! Кстати, можно и не только так сделать. Можно еще даже попробуйте прыгнуть в нее. Дима, красиво! О, давай, хорошая идея. Давай реально на тачке врежемся в нее. Сейчас я машину заполню. Давай. Так, ребятушки, сейчас будет еще прикольнее. Я вот так встану с этой стороны, чтобы прям наблюдать, как это будет выглядеть. Офигенно! Я полетел там на одном кубике. А я тебя не вижу, где ты? А, вижу, вижу. Гусенечек. Двойной гус. Не попал. Оно, кстати, сделало такой прикольный подъем-переворот и врезалось в тебя. Хорошо, давайте дальше смотреть. Вот такая есть постройка. Ребята, в этом ролике еще будут очень большие гигантские роботы, поэтому досмотрите ролик обязательно до конца. Как вам такая построечка? Ух ты. О, крутая, это, да? Это офис какой-то, наверное. Да, пацаны, это, короче, офис ютубера, заходите. Только смотрите, какие полы у меня тут чистые. Ноги помыли все? Да-да-да. Молодцы. Так, бахил. Так, гусенек, иди сюда, я тебе место приготовил. Ну-ка, где? Вон, иди туда, все. Окей. Туалет. Подождите, насколько я видел, это здание очень высокое. Как подняться наверх? Вот есть лифт. И лестница, кстати. О, давайте, поехали все. А мы влезем? Нет, не знаю. Ладно, давайте на лифте, а я поднимусь. Мы застряли. Пацаны, чего такие медленные, смотрите. А мы бы вылезли, просто чуть выше. Ладно, я на В поднялся. Блин, ну это крутая постройка. Здесь даже можно какие-то РПшечки делать. А воду нельзя достать? Нет. Нельзя. Так, пацаны, я предлагаю заложить внизу какую-то мощную бомбу. А давайте посмотрим, что еще здесь в подвале. О, здесь даже парковка есть. Опа. Да, смотри. О, подожди, это генератор? Да, здесь, который считывает эти сейсмические активности. Так, давайте я сейчас поставлю небольшую бомбу. Ой. Во! Попал. Ай. Бум, вот это было эпично! Кстати, бомбочка реально маленькая. Серьезно говорю, смотрите, даже радиация сюда не бьет. Уго, лагает. Вот это запчастей! Это просто нереально, смотрите! О, хотите еще одну вам красоту покажу, что есть у меня? Давай. Смотри. Ай. Красиво! Вау, салют. Да. Хорошо. О, я знаю, что надо сделать, пацаны. Смотрите, у меня есть идея. Хотите прям мега красоту? О, мне кажется, их надо поближе поставить, чтобы они все активировались. Мне их взорвать. О, хочешь ты, давай я могу РПГ лупануть. Воу, вот это красота! Прошу вас на аттракцион веселья и радости. Присаживайтесь и будьте нашими гостями. Все сели? Да. Поехали. Я забыл, как этот аттракцион называется. Центрофуга. Во, ё-моё, какая красота! Ура! Она еще подниматься должна. Отрыжка. Не, она не поднимается. Как это не поднимается? Поднимается, смотри. Поднимается. Вау. Офигенно, ребята, это реально круто, смотрите. Сейчас зарыгайся. Не, не рыгай. У меня волосы. Я сейчас, короче, попробую вертикально поднять. Давайте я отойду, покажу, как это смотрится. Давай. Нифига себе, я помню, когда был такой аттракцион в реальности, я возле него был, от него очень сильный ветер идет. Ничего себе скорость. О, я попробую сейчас, короче, сесть на ходу. Молодец. Вот это подача хорошая. Леща. О, я знаю, что вам, пацаны, я сейчас делаю вам сюрприз. Вы готовы? Давай. Ну, ядеркой. Но я небольшую. Понял. Дима, небольшой, подумаешь, там сервер радиации. Ой, красиво!
я живой. Да ладно, как? Да как ты живой остался? О, смотрите, какое у меня есть здание еще красивенькое. Пацаны, прошу всех в гости. Это гусенька дом. В туалет сразу. А, это вообще, это какая-то магазина. Если какую-то фигню скажу. О, гусенек, тут твоя ванная стоит. Купаться. О, что за звуки бульканья? А, подожди, там Максим дрыщет. Не закройте, закройте. Воняет говном. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы смотрите наш ролик и немножечко улыбаетесь. Смотрите, сейчас будет ему прикольчик. О, пацаны, я вам позволяю это здание взорвать, как вы сами хотите. Только не сильно мега взорвываю, чтобы не вылетел гаррисмод. Можно, кстати, SC-1000 туда поставить, она без радиации. А, ну давай. Давайте, по очереди. Кто хочет первый... Я сказал, чтобы гаррисмод не вылетел! Так, ребята, раз у нас та постройка вылетела, попробую взорвать я ее. Я псих, я знаю, что может еще раз вылететь, но я рискну. Кто не рискует, тот не попадает в рекомендации. Правильно, пацаны? Да. Да. Кто хочет ее взорвать? Нет. Ладно, я сделаю это. Давай. Тут не вылетит. Не, кстати, вот эта бомба не вылетает. Красиво развалилось все. Мега-робот. Можете, ребята, написать, с какого это фильма постройка. Кто напишет, тот красавчик будет. Так, давайте попробуем ей походить. Да они, мне не нравятся, как она ходит. Взорвать? Давай я лучше бомбу поставлю, а вы можете ее взорвать. Давай, взрывай. Сейчас. Так, ребят, надо подальше отойти. Блин, ну вот эта бомба очень классно взрывает постройки. Вот это звуки, слышали металла? Да, летят ноги. Как будто бутылки какие-то. Продолжаем. Смотрите, что у меня еще есть. Кстати, вот эта машинка, она мне очень нравится. Мне кажется, ее можно всем поспамнить, и мы можем сделать битву на управляемых машинках. А ну, как она? Как ее рулить? Ой, я оторвал кусок. У меня просто налево и направо управляется мышка, понимаете? У меня камера крутится, когда нажимаю влево-вправо управлять ей. Надо кнопки перебиндивать, кстати. Да, я понял. Ой. А, вы видите, в чем прикол? Она распадает. Вы мне машину взломали. Она распадает. О, давайте в стенку въедем. Бум. Вы мне машину взломали. Что это за телега? Ее можно руками ломать. Кстати, мы, наверное, такую рубрику снимем. Мы эти машинки заспамним, будем управлять и биться на крышах на них. О, вот, Гусоня, для тебя постройка, смотри. Ну. Вот, здесь. Смотри. Понравилось, пацаны? Хотите еще? Давайте сейчас я поставлю, вы посмотрите с неба, что летит. Смотрите на небо. Ага, понятно. Бум! Ого, это что-то большое. Опа, ух ты. Нифига себе, это реально уже пошли мегапостройки. Это муха из трансформеров. Реально, та самая. Это я управляю сейчас ей. Ну-ка, Дима, я сейчас наверх заверну. Давай. Ой, подождите, я просто немножко не так управляю, как надо. Ай, Дима. Я стрелять могу. Вот. Смотрите. А чё, так это искры летят, я думал, это пули рикошетят. Да, это искры. Ну, смотрится эпично, представьте на ночной карте, как это посмотрелось. Ребята, смотрим эпический взрыв. Опа. Вот это красиво. Как оно левитирует. Приглашаю всех на борт межгалактического мощного корабля. Прошу всех на борт. Поняли? На кого я сел там? Ага, вы сели, да, пацаны? Да. Стойте, я догадаюсь, как можно им полететь. Давай, Илон Маск. Хорошо, Илон Маск. Она не летит. Она не... О! Ай! Она не летит, пацаны. Да, они должны были в воздухе, да, откинуться, я так понимаю. Да. Это лишние детали. Да что? Ой. Ребята, ну нам опять китайскую с Алиэкспресс прислали, говно. А давайте попробуем сейчас поставить. Может, ее надо как-то расфризить? Может такое быть? Да, да. А может, надо какую-то кнопку нажать? Да не, вроде бы не зафрижено. О! Все, давайте, садитесь. Ой, ребята, красота! Первый гусь на Луне. Я сейчас, короче, буду лететь вместе с вами со стороны, как это. Вот откинулись одни ускорители.
Карта высокая, это очень хорошо. Еще? Нет, он взорвался. Ты дурачок, куда ты падаешь? Ну куда ракета? А я так, хотел быть первым гусем на Луне. Она, короче, пацаны, невысоко, да, летит? А что у нас есть без радиации? Что можно... О, давайте попробуем эту ракету подорвать. Ну, отходите все. Ой. Ну да. Уничтожила ее? Да. Ребята, как я и обещал, сейчас будет мега большой робот, который я, кстати, ни разу не ставил. И очень прикольно управляется. Смотрите. Че, хотите, покажу, как я им управляю? Да. Уже в него сидит. Это, короче, футболист. Подожди, по затылку на... Ой, сальтуху сделал! Нифига себе! Офигеть! Кстати, это вообще случайно получилось, на самом деле. Что еще он умеет? Паркурист. Воу! Отжиматься. Пацаны, я споткнулся! Я падаю! А не падаю, я лечу! Ай! А что это? Это а ты это на... законно так управлять им? Ты на льду или как? Ой! Чистый. Ой! Воу! Подожди, у него как будто ускорители есть. Давай, поднимайся на ноги. Сейчас, подожди, давайте попробую все-таки встать им. Так, подожди, это одна нога. Так, встал. Упадешь сейчас. А ну вставай, робот. Я покорил твоего робота. О, это рука. Ай, Дима, больно. Вот это я могу подачу прописать. А если, подожди, а это вторая рука? А это вторая рука, так. А это что у нас? Это нога сюда. Это другая нога. А это... А вот их выровнять. У него... Во, смотрите. О. Воу, вот это именно четко, да, приземлился? Вот это он мощный, ребята. Это очень классная тема, когда ты таким гигантом управляешь. Мне прям на голову приземлился. А что он делает? Я думал, как будто летит, нет? Ой. Так, вставай, робот, ладно, давай, шутки прочь, вставай, кабан. Что он делает? Да ты не спрашивай, что он делает. Ты что, не видишь, что ли? Мне кажется, он меня убить хочет. О, я знаю, что надо сделать. А, я хочу, чтобы он выровнялся. Он выровнялся, да? Я сейчас ему на голову, короче, положу эту бомбочку. И взорву ее. Все, отходите все. Уходим. Будет смешно, если его робот выживет. Нет, не выжил. А, он просто разлетелся на куски. Если понравилась эта серия и эта рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Я выжил. Это так красиво. Это эпичные кадры.